сегодня выдался такой тяжелый матч, возможно, не самый приятный. Расскажи нам немножко о своей команде, возможно, для новых зрителей нашего чемпионата. Откуда вы, кто вы и как вы сюда попали? Ну, вообще, я в регулярке играю за АИС, и меня просто ребята позвали поиграть за Горный университет, вообще Горный Деспирадос. Ребята-ординаторы собрали команду, решили поиграть, мол, первый раз выставить, и мы, ну, вот в драфте попали все-таки в такую группу, ну, можно сказать, очень сложную для нас, потому что начинающая команда, у нас сыгранности нету, на каждом участке поля мы сегодня проигрывали, что в защите, что в атаке, ну, просто сегодня были, можно сказать, нули. Ну и как бы ничего нам не удалось показать сегодня, поэтому мы, наверное, проиграли. Ну, в дальнейшем, наверное, команды другие будут хорошие, и мы постараемся показать уровень, тем более, что, наверное, мы сможем это сделать. А ты знаешь о других командах из Горного, может быть, что-нибудь? Вообще, расскажи, хотите ли остаться у нас в Кубке, чтобы вот именно такой состав у нас выступал и дальше, на регулярке? И какие вообще планы, возможно? Ну, понятно, что на этот турнир, скорее всего, сложно чего-то ожидать, но вот на будущее, чего бы хотели от СФЛ? Да, навряд ли, наверное, в регулярку мы соберемся, потому что у нас как бы микс из разных университетов, у нас три легионера, я вообще из УМЕДа, грубо говоря. У нас парни, вот, по-моему, как в группе G, что ли, играют, команда сильно на зимнем кубке, они третье место заняли, и как бы, ну, молодцы. Ну, думаю, что на регулярку мы вряд ли заявимся, но как бы никогда не говори никогда.